Я часто говорю о том, что, как я верю, является ложной и потенциально опасной доктриной под названием «теология замещения». Я называю теологией замещения или более технический термин «суперсессионизм». Что это значит? Это значит, что люди верят, что церковь заменила Израиль в Божьем плане спасения, или «superseded» на английском, заменила, вытеснила Израиль в Божьем плане спасения. Но люди, которые верят в это, говорят: «Мы не верим в это. Мы не верим в то, как вы представляете это. Вы неправильно все представляете, вы неправильно понимаете нашу позицию. Мы верим в теологию исполнения, а не теологию замещения». То есть, что все обетования Израилю исполнились в Иисусе. То есть, каждый, кто в Иисусе, будь то еврей или язычник, он является преемником обетований. Или мы верим в теологию расширения, то есть, что Бог расширил сообщество Израиля. И, по сути, когда у меня были дружеские дебаты с Гарри де Муром о некоторых связанных с этим вопросах, он указал на использование слова «экклесия», греческого слова «экклесия», которое используется в Новом Завете несколько раз Иисусом. В Матфея 16:18 это обычно переводится как «церковь», но перевод получше — это «община» или «мессианское сообщество». И оно используется в книге Деяний постоянно, и в посланиях. «Экклесия», «экклесия», «церковь», «церковь», «мессианское сообщество», «община». Это то же слово, которое используется для ветхозаветного Израиля. То есть это просто продолжение Божьего народа, и это всегда был народ веры, и неверующие евреи отпали, а уверовавшие язычники присоединились, то есть ничего не заменяется. Я уважаю эти аргументы, и я точно понимаю эти аргументы. Но позвольте мне объяснить, почему правильно назвать это теологией замещения. Хорошо? И затем я отвечу на вопрос, заменила ли церковь Израиль. Вот почему правильно называть это теологией замещения. И есть обетования, которые Бог дал физическим потомкам Израиля в Ветхом Завете. Правильно? И даже Израиль в своем неверии был сохранен Богом. И он сказал: «Я рассею вас в своем гневе, но я соберу вас снова по своей милости». Если он собирает снова не того, кого он рассеял, значит, они были заменены. Если он говорит еврейскому народу: «Я рассею вас, физических евреев, потомков Израиля, в моем гневе, и соберу вас снова по своей милости», а собирание — это духовное собирание язычников и евреев, верующих в Иисуса, тогда эти получатели, первоначальные получатели, были заменены. Если Бог сказал в Езекииле 36 о вавилонском пленении, пленении последнего времени, Он сказал там, что как Он рассеял свой народ Израиля, Он вернет их назад. Кого? Физических потомков Израиля, еврейский народ. Даже в их неверии Он вернет их в землю. Если же это относится к кому-то другому, значит, они были заменены. И это теология замещения. Это просто другое название. Будь то исполнение или расширение, если первоначальные получатели обетования не являются получателями обетования сегодня, это значит, что они были заменены. И таким образом, это теология замещения. И это то, о чем предупреждает Павел в 11 главе Римлянам: «Нееврейские ветви». Не превозноситесь, не думайте, что природные ветви были отсечены, еврейские ветви, чтобы нееврейские ветви могли привиться. Так, будто бы нееврейские ветви лучше. Нет, вы держитесь верой, вы можете тоже быть отсечены. И Бог, в конце концов, снова привьет евреев назад на это дерево. Другими словами, есть обетование спасения, национального спасения для этнического Израиля. И не только это, но и обетование физического восстановления земли. Они действуют не из-за того, что Израиль хорош, а из-за Божьей благодати. И я сказал, что Езекииля 36 — это один из тех отрывков, потому что то, что обетовано там, никогда не исполнено со времен возвращения после вавилонского плена. Оно все еще должно исполниться и с еврейским народом в земле Израиля. Милость будет излита на них. И Захария говорит нам, что все народы выступят против еврейского Иерусалима в конце века сего, то есть евреи должны вернуться в землю. И если вы не видите то, что они восстановлены на земле Богом, то это определенно форма теологии замещения, даже если вам не нравится этот термин. А как насчет Римлянам 9:6, где Павел говорит, что не все те израильтяне, что от Израиля? Он не говорит, что не евреи становятся Израилем. По сути, в Римлянам 11 он называет их язычниками. Он говорит, что внутри Израиля есть остаток, что есть Израиль внутри Израиля. И остальную часть текста в 9-11 главах он говорит о народе в целом. А как насчет Галатам 6:16? Разве Павел не называет церковь здесь Израилем? Посмотрите, что он пишет в Галатам 6:16. «Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». Некоторые переводы говорят «даже Израилю Божьему», но наиболее естественное прочтение греческого текста — это «и». Вы найдете его в большинстве переводов, и вы увидите, что это также широко поддерживается в лучших комментариях. Зачем же Павлу называть галатов Израилем Божьим, если на протяжении всего послания он говорит им:
Вам не нужно становиться под закон Моисея, вам не нужно делать обрезание, вам не нужно становиться евреями. На самом деле, если вы попробуете это сделать, вы обнулите Божью благодать, вы отмените Божью благодать, сделав это. Итак, если коротко, Павел говорит здесь, что мир и милость на всех, кто следует правилу, которому я учу в этом послании, и мы не отвергаем еврейских верующих, мы не отбрасываем их, и на Израиль Божий также. Израиль Божий — это остаток, еврейский верующий в Мессию Иисуса. Повторю еще раз, церковь не заменила Израиль. Хотите узнать больше об этом и увидеть плоды теологии замещения в прошлом? Прочитайте мою книгу «Наши руки запятнаны кровью».